Сегодня полицейские Шымкента заявили, что поставлена точка в нашумевшем деле трехлетней давности. Напомню, известный в регионе бизнесмен Рашид Жуманов внезапно скончался по неизвестным причинам. Обвинение предъявлено супруге погибшего Алие. Доказать ее причастность к смерти мужа было непросто, пришлось даже производить эксгумацию тела. Следователи и эксперты утверждают, что преступление она совершила весьма оригинальным способом. Каким, расскажет Ирина Абрамова. Сегодня в Шымкенте выдана санкция на арест супруги известного бизнесмена. Владелец единственного городского авторынка Рашид Жуманов умер почти 3 года назад. Но только сейчас следователям удалось доказать, что его отравила жена, с которой они прожили больше 20 лет. По данным полиции, женщина узнала, что у мужа появилась любовница и побоялась остаться ни с чем в случае развода. Орудием убийства неверного супруга госпожа Жуманова выбрала препарат для лечения психических расстройств аминозин. Целый месяц благоверная подливала лекарства в соки, которыми муж запивал спиртное. В итоге он умер от цирроза печени. Рашид говорил, что познакомиться с одной этой очень красивая, молодая. Я сказала, и что? Он говорит, ну, она очень интересная. Ну, ради бога, если тебе так интересно. Потом он говорит, я тебя с чем познакомлю? Мне не надо знакомиться. Однако госпожа Жуманова все же познакомилась с любовницей мужа. После беседы девушка уехала в Узбекистан и 3 года боялась давать показания против законной супруги. Доказать факт убийства смогли судмедэксперты, проводившие эксгумацию тела покойного. Очень было трудно доказать, что предпринимателя именно отравила жена. И все, многие свидетели боялись давать объективные показания. Даже в данный момент в ходе расследования нами многие следователи были допрошены под псевдонимом. Они все боятся за свою жизнь, потому что, чтобы завладеть имуществом бизнесмена, эти люди могут пойти на более тяжкие преступления. Еще одно тяжкое преступление по заказу обвиняемой Алии Жумановой накануне совершил участковый полицейский из отдаленного района области. Чтобы выкрасть уголовное дело, он проник в кабинет следователя и взломал сейф. Собранные по крупицам доказательства убийства не пропали только потому, что уголовное дело находилось у судьи. Капитан уже арестован. Ирина Абрамова, Бахадыр Тажибаев, Виталий Зайнтинов, 7 канал, Шымкент.